предоставление жилья офицерам силовых ведомств возьмет под контроль общественный экспертный совет, созданный в Общественной палате. Цель создания совета – предупредить те ошибки, которые были в свое время в оборонном ведомстве, когда на внутриведомственной основе пытались без участия общества, без мнения самих офицеров решать вопросы, сложнейшие вопросы обеспечения жильем военнослужащих. Сегодня в очереди на постоянное жилье стоят примерно 19 тысяч военнослужащих. Служебные квартиры ждут более 70 тысяч человек. Среди них и те, кто проживает в Крыму. У нас на связи Крыжановский Сергей Васильевич, да, старший мичман в отставке. Во время заседания общественно-экспертного совета состоялся телемост с Севастополем. Военнослужащие рассказали о своих жилищных проблемах. Для решения этих проблем в Севастополе отправится специальная комиссия. И все же главная задача на сегодня – разработать стратегию строительства жилья. Ведь сегодня у половины муниципальных образований в России даже нет документации территориального планирования. Построить дома без нее нельзя. Эти проблемы идентичны для всей страны. Первое – это обустроенность. Не только получить квартиру, не только в хорошем месте, но должна быть инфраструктура. Детские садики, школы, магазины, поликлиники. Уже к середине мая экспертный совет подготовит предложение по улучшению жилищной программы для военнослужащих и направит материалы в правительство и Министерство обороны.